Всем привет, с вами Александр Сучков. Давненько меня не было на канале, и сегодня я решил вам показать офигенное видео раздачи чита в Копатель онлайн. Это первая наша часть, потому что я сделал для этого отдельный плейлист. Начинаем. Троллим школьника. Еще раз скажи. Начинаем с этого. Заметьте, я писал дай вещь, даю читы. Еще раз скажи. Кого? Вещи. Купи все для квартиры и темного лорда. Сколько штук? Все для квартиры вот тут вот поставь. Всего по 10. Всего по 10 штук. Да ладно! Всего по 10 штук. Офигеть! Всего. Да ладно. Так. Окей. В инвентарь. Новый аккаунт, ребята. Так. Так. Где этот темный лорд? Сейчас мы его купим. И стульчики, и столы. Так. Темный лорд. Тут его нету. Я хз где. Сейчас посмотрим. Так, темный замок. Это лагерь. 60. Это лагерь сделал. Нет, что сейчас? Я просто прикалываюсь над ним. Так. Он там думал. Он там еще и этот. Так. Блин, устало. Пытаешься меня. Чтобы купить все, мне нужно будет. Вот сюда ставь. Сюда. Перезайти. Ну, перезайти, ну вы поняли, наверное. Что купить все мне нужно будет перезайти. Окей. Но я могу строить. И я буду строить. Но я не могу строить. Ты сначала мне вещи дай, а потом я тебе строить дам. Ага. Опа. Вещи либо. Только я уже могу строить. Тролль, ребята. Можно прочитать? Читай. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Но бас в задании пришел. И школьников всех. Ну, короче, я сейчас просто его могу забанить, и он с моей карты пропадет. Что, да? Но не нужно. Да, вещь дам строить. Ну, но не нужно. Ты можешь? Чего не нужно? Меня забанить, но не нужно. Ты же потеряешь вещи. Чтобы он... Ты можешь меня забанить, но не нужно. Ты я потеряешь все вещи. Слышу. Микрофон. Я все слышу. Я тебя и не собирался банить. Ну где мои вещи? А? Я жду. Троллинг. Чего ты ждешь? Вещи. Вещи. Какие вещи? Которые откуда? Ты сказал. Которые ты сказал. Почему так долго? Ну, не знаю. Извините. Ну, не знаю. Так. Начинаешь. Да вроде нормально все видно. Ну, он ждет. Ну, не знаю. Сейчас забанят меня. Ну просто сейчас моя мать карты завладит. Если он такой прям прикольный хакер. Я жду. Пока. Долго еще ждать? Темный замок. А, там тоже. Микрофон этот кабан. Нет, не пишет. Все. По 10 штук. Да, 50 я могу. Ой, пробел забыл. Ну ладно. Темный замок нужен.
было купить. Все по 10 штук. Темный замок нужно было купить. Еще 10 штук. Ну давай. Ты такая деловая? Чего? Ну извините, что тебе так сложно. Ты лох, парень, ты в YouTube попал. Ой, что сделать? И я тебе сразу дам миллионы вещей. Пойду в дом. Сейчас тролль начнется, я его заставлю подписаться на меня на YouTube. Так, ты можешь кое-что делать, я сразу дам миллион вещей. Так. И пойду в дом. Окей. Что сделать надо? Так, значит. Сиди, Даша. YouTube. Я за ним просто пойду. И найди канал Bass Company. Что сделать надо? И подпишись. Это мой канал. Что? Интересно, подпишется? Зайди в YouTube, найди канал Молодос Компания. Так. Это мой канал. И подпишись. Сейчас я еще попробую. Как канал называется? Так. Так, извиняюсь, так. По-русски напиши. Вас. Компании. О, так вот. Сейчас заходим на YouTube. Так, что-то не грузится. Это все этот браузер, нет, спасибо. Понятно. Но Нубас. Не туда, не туда. Сколько тебе лет? Не туда. Не туда. Мне 12 лет. Не туда, да. Туда, не туда. Продолжаем. Так. Заходим на Bass Company. Не пишу, Таня, не пишу никуда. Я ее не пишу к Вале. Там в поиске сразу будет он первый. Это как так? Я вышел-то. Сервера что заглючили? Ну и похрен. Надеюсь, он подпишется. Так вот, мы протроллили школьника. Извиняюсь, ребят, часть была тупая. Я не показывал вам чит, но в следующей части это был как бы трейлер только того, что я сделаю со школьниками. Ну а сегодня на этом все. Всем спасибо за